Доброй ночи, господа. Доброй. Юрий Иванович, сорвали нас с места, силком притащили сюда. Вы извините, но мы закрыли сессию. А сессия не Олимпиада. Как закрыли, так и откроем. Да с кем ее открывать? Все разлетелись кто куда. У меня через час самолет в Монте-Карло. Не о том волнуйтесь, голубушка. Вот ведь как бывает. Вроде как вылетаешь в Монте-Карло, а на самом деле вылетаешь нахрен из фракции. Ну, мне там кабанчика загоняют. Ну. Да-да-да-да, вот тебе, юный следопыт, повезло. Загнать нужно зверя покрупнее. И главное, загнать его за поребрик. Так как мы одни справимся? Юрий Иванович, ну Юрий что Иванович, трое, все уехали, как? Заходим, господа. Доброго дня, коллеги. Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. У меня почти все есть, достоинство и честь, и даже крики «Браво!». Персональный самолет мне выделил народ, а что, имею право на животу? Вот тут набью тату, слуга народа. Отпускай. Так, 5 на 4, 20 сколько будет? 21. Ага. Помолчи. Округляем. 25 пишем. Да кто там будет перемерять? Хорошо, пиши. 25 метров. Сосед. Скромный, интеллигентный, без вредных привычек. Какой сосед? Интеллигентный с одной. С двумя. Так, а давай его с двумя соседями поселим. Ну, пожалуй, тесновато будет. Да, думаешь. Хотя подожди. А ну, держи. Да, держи, держи. Да, держи, держи. Ну вот и весь наш Васька. Ты еще растешь? Нет. Это хорошо. Вот здесь мы его вот так вот уложим. Нет, все равно тесновато будет. Тесновато, да. Я придумал. Пап, что происходит? Вот так вот. В углу. Стеночку поставим. Вот так. Достаточно. Да не, вот так не ляжет. Кто? Дед-то кто? Сидя спать будет. Слушай, а вообще правда? Да. Пап, а когда ему спать? Он же такой дом, это семейство находить, правда? О чем вы все время говорите? Ой, он еще и глуховатый. Комнату твою сдавать будем, понимаешь? Семейный бюджет пополняем. Вы нормальный? А. Слушай, так а если у нас столько места, это получается комната изолированная, так он там в будке сидит, а мы вот тут. Значит, ставим две кровати. А можно в два яруса? Да это хостел получается. Да ты умница, дочка. В смысле? Депутаты скисли. Сядь. Почитай, коммуналка пришла. Взбодришься заодно. Уже пересчитали. Если у народа взять это быстро, а если что-то дать, так это века. О, я понял, наконец. Диван и Майдан начался. Хорошо. Удачи, революционер. Ты смотри. Власть народ не слышит. Спокойно. Пап, что это за шутки? А кто тебе сказал, что шучу? Лимит света для тебя на сегодня исчерпан. Затягиваем пояса. А если еще раз возьмешь мою пенку для бритья, заберу ключи от квартиры. Слышь, па, а я думаю, может, ему отдельный угол жирный, а? Смотри, вот тут. Идеально, вмонтируй полку, такую, как в купе. Пришел себе, откинул, поспал, закинул и ушел. Можно на балконе. Сейчас лето. А вариант? Да. Все варианты у вас. Прекрасно. Встреча с избирателями окончена. До скорых встреч. Стоп! Сосисочку. Вообще-то я их покупал. А при чем тут ты?
Я яичницу приготовила. Ты садись, садись. А, спасибо. Давай. Приятного. Пап, если ты действительно хочешь поговорить, я не мог как президент поступить иначе. Это требование Международного валютного фонда, повышение тарифов. Сразу после этого у Украины есть шанс вступить в Евросоюз, ты понимаешь? Вася, Вася, давай по делу. Раньше мы копили на Турцию, теперь будем копить на коммуналку. Ты на свою учительскую зарплату был здесь на вольных хлебах. Никто тебе слова не сказал, все молчали. Теперь, извиняй, ты бананов у нас нема, я не олигарх. Светка денег не печатает, ты свою президентскую ставку урезал, дундук. Теперь в семье жесткая экономия и сугубо рыночные отношения. Фринштейн? Yes, of course. Thank you. Куда счет? Какой счет? Яичница 90 гривен? А как ты хотел? Три яйца, масло, колбаска, электроэнергия, услуги повара, официанта. Официант. Это же грабеж. Нет, Вася. Вот грабеж. Кстати, оплатишь, твоя очередь. Василий, Василий, ты не нервничай. Сейчас нет, я в тетрадку записала, ты потом зарплаты отдашь. Спасибо, сестричка. Обожаю тебя, услужила. Да. Да, кстати, если тебе интересно, яичница пишется через букву ЧМ. Это вам. А мне на работу пока. А люблю, целую, ваш гарант. Когда у нас перевыборы? Алло? Good morning, Mr. Kolaborochka. Can I connect you with Angela Merkel? Yes, you can connect. Hello. My congratulations. We decided to take your country to the European Union. Oh, fuck! Oh, I'm sorry. Oh, wow! Oh, you know, I'm so happy. Yes. Oh, thank you very much, all the Ukrainians and all of our country. We've been waiting for this so much time. Yes, Ukrainians. Oh, I'm so sorry. That's a mistake. I was calling to Montenegro. What? Montenegro? I see. Okay. Yeah, my congratulations. Yes, to Montenegro. Bye-bye. Fuck! You fucking... Что? Василий Петрович, вы меня, конечно, извините, но я не понимаю, что вам не нравится в этот раз? Юрий Иванович, мне все нравится в этот раз как раз. Дело в том, что я не думал, что все так быстро произойдет. Я думал, повышение тарифов будет только после Нового года. Да, раньше бы так и было, а сейчас другое время. Вот, Василий Петрович, вы понимаете, что в свете вашей политики мне просто совесть не позволяет тормозить инициативы президента. Поэтому вопросы сейчас решаются все вот на раз, два, три. Поэтому я собрал пакет законов, подал их в Раду. Вот, и депутаты не мешкают, а сегодня откладывают долгий ящик. Сразу их одобрили. Нет, Василий Петрович, вы поймите, меняется страна, меняется к лучшему, меняется все по чуть-чуть. Меня простите. Вы не видите президент Голобородько? А видеть? А. Вот он. Где? Только что был здесь. У меня к нему деловой разговор. А вы? Я глава банка ЕБРР. Ага. А я могу вам чем-нибудь помочь? А вы могли бы вернуть по кредит наш банк 250 миллионов? По-моему, Василий Петрович у себя. Василий Петрович, здравствуйте. Министр экономики. Здравствуйте. Здравствуйте. Господи, сюда не вот. Так. Так, займите-то. Зачем я сюда вообще пришел? Доброе утро. Доброе. Василий Петрович, здесь? Так, вышел. А где он? Очевидно, в кафе. Спасибо. Где это? Прямо по коридору. Большое спасибо.
скажите ему, что если я его там не найти, я вернусь сюда. Вас искали. Спасибо. А Василий Петрович, по-моему, в кафе. Хорошо. Как я рад вас видеть! Я хорошо вы видитесь! Пришли гость побить? Нет, не кофе, я вас искать! Попить, какой аромат, а десерты нет, здесь как? Не на меня закажите! Не, не прячьтесь от меня, я вас знаю! Подождите, я вас искать, Василий Петрович! Нет! Василий Петрович! 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 Сейчас, Василий Петрович, сейчас подойдет! Василий Петрович, я вас обещаю! Я вас обещаю, Василий Петрович! Я обещаю! И вот здесь. Как дела? Да вот готовим облавы на подпольные казино Киева. Это правильно. Казино развращает молодежь. Давно пора. Я, правда, в этом ничего не понимаю. В казино никогда не играл. Ну. Так что без меня. Удачи, ребят. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо. Всего доброго. Так вот. Но вот вчера, к примеру, я был в казино. Проиграл все деньги. Страшно, такое неприятное. Где-то вот здесь-то. Где-то здесь. А где же лавра? Да ты что? Лавра? Ничего святого нету, люди, а? Нужно готовить облаву. Добрый день. Меня нет. Понял. Простите. Я искать президент Колобородько. Здравствуйте. Здравствуйте. На русском не понимать, я на армянском разговариваю. Барив цес. Ну что, нашли? Я его то нахожу, то теряю. А давайте ему позвоним. А давайте. Так. Да, Юрий Иванович. Василий Петрович. Да, Юрий Иванович. Василий Петрович. Да, Юрий Иванович, я вас слышу. А я вас вижу. А я вас тоже. Вы что здесь делаете? Я здесь, знаете, Юрий Иванович, решил подготовиться к речи Шолы. Ух ты. Василий Петрович, вы от меня бегаете? Вы что, нет. Я вас, наоборот, везде искать. Василий Петрович. Да. Нам нужно серьезно поговорить. Пойдемте. К вам? Нет, ко мне нет. В кафе. Хорошо. На улицу куда-нибудь. Вы идете? Да, я иду с вами, не переживайте. Я вам столько писать. Да? Я вам каждый день писать и напоминать. Знаете, Василий, я уже не надеяться на встречу с вами. Простите меня, пожалуйста, я не то чтобы я... Просто дел по горло, сами понимаете. Я понимать, конечно, я понимать. Поэтому давайте все сделаем по-быстрому и до свидания. Ну как, до свидания, но... Что но? Тихо, я не понимать, но никаких но. Вы мне обещать тогда. Ну, вы были немножко пьян, вот. Я понимаю, да. Поэтому мы решили не спешить. Да, мы, кстати, очень правильно с вами тогда решили не спешить. Да, сейчас. Но вы обещать меня сделать в другой раз. Скажите, а без этого никак нельзя? Никак. Мы шведы. Мы такой народ. Мы любить... Да-да, я наслышан, как вы любите. Мы любить выполнять обещания. Ох. Я очень хотеть. Очень. Как я понимаю, тоже хотеть. Понимаете, я не то чтобы хотеть... Вы очень симпатичная девушка, и шведок у меня никогда не... Я не понимать. Но для этого так мало надо. Мы можем это сделать прямо здесь. Не кричите. Ну что, не надо здесь не... дождь прохладный. Нет, я, конечно, понимаю, что гораздо удобнее сделать это ваш кабинет. Нет, не готов я на стол и кабинет. Тогда мы можем сделать это машина. Машина Толик или Юрий Иванович, они все разболтают. Мы можем это сделать аэропорт. В аэропорт нельзя, там же везде камеры. Там люди, полицейские ходят. Матильда, послушайте, давайте останемся друзьями. Как друзьями, Василий? Украина, Швеция. Может быть, вы не принесли документы? А мы уже оформляем с вами отношения. Конечно.
Необходимо оформить наши отношения официально. Я вообще думала, вы пригласите журналист, вы чтобы это было публично. Позовем. Слушайте, ну вы уже превращаете это в день. Ну, знаете, у нас в Швеции так принято, у нас все делается при журналистах. Черт знает что, при журналистах. Вот знаете, вот я, если с вами, ладно, то с журналистами я не собираюсь. Мы должны оформить все документы при журналисте, публично. Пусть это все так я будет. Я не знаю, какие документы мы должны оформить? Документы на возврат по кредит для наш банк. Давай, давай! Мазильда! Господин президент, подождите! Не надо! Я благодарю вас за фантастичный вечер! Это фантастичный канадец! А давайте вы спуститесь, и я вам что-то скажу! Нет-нет! Как хорошо! Спускайтесь! Я чуть не забыл! Ваша страна! Остаться должен наш банк ЕБР немалую сумму. Это 250 миллионов евро. Я поэтому хотела с вами встречаться. И все. Оформить официально. Вы обещаете? О, Василий Петрович. А хвостиком видите, как я машу? Прекрасно. Что, страшно? Да. Я не трогаю. Так мы можем оформить это обещание официально. Так мы же только познакомились. Дайте мне слово. Слово? Даю. Все, до свидания. Помните, вы мне обещать. До завтра. Я жду. Обещаю. А, так вы о кредитах говорили? Вы меня запутали. Я вообще подумал, что это вы и я. Вы понимаете, друг с другом. Ну, вы меня запутали. Подожди. А что же это за сообщение вы написали? Василий, вы такой же, как все. Кто все? Президенты Украины. Как просить кредит? Вы всегда готовы. Угу. Но как возвращать? Президенты Украины. Угу. I'm sorry, я все перепутал. Матильда, давайте за вас, за нашу дружбу. Кредиты мы вернем. Спасибо. Я вам обещаю. Денег в резерве нет. Я не знаю, как мы будем отдавать. Понимаешь? Не знаю. А нехило вы в кабаке посидели? На 250 лям. Ты сейчас за страну переживаешь? Или жаба душит, что мы тебя с собой не взяли, а? Ваня, давать все равно придется. Иначе мы с вами ничем не лучше наших попередников. Как ты мог пообещать то, чего не сможешь выполнить, а? Ну, тут не надо, Оль. Вася у нас человек слова. Да я вижу. Вот, к примеру, вчера он поспорил с главой МВФ. Серега, не начинай. А что не начинай? Как будто это я из вазы с цветами запивал. Как будто бы это я водку заказал. Да если бы тебе в голову не пришла идея повесить на меня эту страшную шведку, ничего я повесил на шведку. Ты же меня попросил. Кому я повесил? Василий Петрович, если у вас не будет каких поручений, я могу идти? Да, Белла Рудольфовна. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Алкаш ты вонючий! Да я Рабадан пел! Я тебя спасаю! Есть у меня одна идея. Как там у вас, алкоголиков, говорят? Лечись подобным. Значит так, водка нас, ну, в смысле вас, до этого кризиса довела. Пусть водка вас, ну, в смысле нас, из него и выводит. Надо поднимать акцизы на алкоголь. Как поднимать, Василий Петрович? Вы вообще понимаете, что за этим последует? Другого выхода нет. И сделать это нужно срочно. Ну, срочно не получится. Депутаты на каникулах. Доброй ночи, друзья. Юрий Иванович, ну сколько можно? Мы можем спокойно отдохнуть. В конце концов, это наше конституционное право. Тихо. А вы, голубушка, Конституцию на пляже в Монте-Карло читали? Неожиданно. Юрий Иванович, что за горячка? Действительно, что-то срочное? Если собрал, значит надо. Забыли, кто оплачивает ваше Монте-Карло, ваших лошадей, ваших фазанов. Забыли? Начинай. Шановні колеги, ставлю на голосування законопроект 7035. Прошу підняти руки. Доброї ночі.
ночі. Це підсумки дня сьогодні у випуску. Потужне цунамі у Південній Азії завдає багатомільярдних збитків. Глобальне потепління досягло критичної межі, людство під серйозною загрозою. Ну а починаємо з екстреної новини. Як щойно стало відомо, владою було прийнято рішення про підняття акцизів на алкогольні напої. З наступного місяця горілка, коньяк та інші алкогольні напої подорожчують на 30%. За словами президента Голобородько, це поповнить бюджет на 250 мільйонів євро. Спасибо большое, Толик. Все, счастливо. Дальше меня провожать не надо, там спокойно. Я говорю, спокойной ночи, Толик. Езжай домой. Все со мной будет в порядке. Да, никого нет. Все безопасно. Хорошо? Давай. Дети есть у тебя? Совесть у тебя есть? Я тебе говорю, едь домой. Я тебе обещаю, я отсюда никуда не выйду. Буду сидеть в квартире. Ни покурить, ни в ресторан, ничего, ни мусор даже не вынесу. Спится мне что-то. Понятно. Что за чемодан? Кто-то куда-то уезжает? Светка в рейсах. Нет, Вась. Это ты от нас уезжаешь. В смысле? В коромыслие. Вот где мне уже твое президентство. Тебя какая-то муха укусила или что? Что происходит? Все очень просто. Сначала ты мать снова отправил на рудники, я стерпел. Потом с твоего благословения мы затянули пояса, я стерпел. Но это уже ни в какие ворота. Они потребовали вернуть назад 250 миллионов евро. Как бы ты поступил на моем месте? Давай, каждый останется на своем месте. Я таксист, я рулю. Ты главный. Давай управляй. Давай, давай, давай. Ну подожди. Ну и куда мне теперь? Земля большая. Разберешься.